Вадик, а чьи это? Чьи это камни? Угу. Thank you.
выше, вверх. Четвертое и первое второе место. Спускаемся все. За первое, третье, пятое. Да. Сейчас. Подача. Yeah.
Thank you.
Я тоже. Директор, сейчас я не знаю. Нет, спасибо. Так, уважаемые участники турнира, ну, в очередной раз благодарю вас за участие, за общий интерес ваш к теннису и наш к теннису. Значит, ну вот, Владимир Юрьевич, а уже бы давно, уже бы час тому назад мы бы закончили, если бы по 4 гейма играли. С самого начала. С самого начала. Я главный судья. А вы же меня сбивали с толку. Если бы наливали 50, уже закончили, уже? Да. Отдыхали. Настроение было бы другое. Уже бы отдыхали. Ну и так, я думаю, и так, настроение хорошее. Третье место в нашем турнире завоевали Смирнов Иван и Смирнов Владимир. Спасибо. Иван, это я. А Владимир, это я. Так, вы, это призовое место, поэтому кроме грамоты, которую вы повесите. Да давайте их забьем. Да, Игорь. Прекратите. Ну, вы что перепутали, видите, вы даже в очках не разбили. Какую выбираете? Не буду, ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Так, второе место в упорной борьбе за это место выиграли Зиневич Алексей, Рожков Игорь. Вы боролись, чтобы не выиграть первое место. Да. Мы победили. И вы победили. Прошу, Игорь. И... Этот Потягайло с Бондаренко вечно. Путаются в одном или что? Они не только у вас путаются, я скажу. Так, вот такие же точно, все одинаковое. Потому что у нас не профессиональный турнир. Ну, нам легче стереть одну. А какой у нас плюс? Ну, тут же две палочки. Нет, тут палочек нет. Олег. Так вы еще и плохо видите. По зеру теннисного турнира. Спасибо. Спасибо. Так, ну и... Открывать музей. Музей. Музей этих призов. И первое место в упорнейшей борьбе, так же, как и второе место, выиграли Бондаренко Александр. Это и Потягайло Игорь. Переволновался, ёлки-палки. Как будто я сам первое место занял. Это же все ваши труды. Так, победителю. Ага. Кому, сейчас, прошу прощения, кому вот такой вот, прочитайте, пожалуйста, всех, кому я дал. Кому попался приз победителю? Победителю. Посидел человек 10 минут, ничего страшного. Взрослый мужчина. Надо было, Володя, надо было быстро убегать. Надо было быстро убегать. Я выбрал правильное. Вы запросили, я выбрал, да. Ну, вы уже неоднократно выигрывали. Ну, зачем? Дайте людям. А мы школьника выигрывали? Нет, еще мы не выигрывали. Вы выигрывали фанат и выигрывали школьник. Ну, посмотрите, какие труды. Да, у них большой шлем работал. Полный комплект. Два. Тогда вот тут большой шлем. Два. Ну, еще два нужно выиграть. Человек. А, еще два. Ну, большой шлем, это же 4 туза, да, в этой игре. Спасибо всем участникам. Спасибо. Неделя у вас еще есть, мужики, давайте. Участникам и организаторам. Спасибо всем, приходите. Будем рады. Играйте и выигрывайте. Только выбирайте себе призы по
результаты. Да вот, какие-то вот, вот это самое, свидетельство, что вышло, давай вот здесь вот, давай, пойдем, пошли купаться, если есть вода, есть, есть,